В Анапе на улице Чехова 50А появился свой густонаселенный район, напоминающий китайский город Шанхай. Гаражные небоскребы начали нависать друг над другом, а по документам это одноэтажные стандартные боксы. В ГСК 15 одновременно обустраивают незаконное жилье и строят, складируют стройматериалы, оставляют брошенные авто. Коммуникации в гаражах нет и быть не может. Обогреваются здесь электроприборами. Все строят и перестраивают на свой страх и риск, а от комментариев на камеру отказываются. Гараж купили, а право собственности? Есть. На гараж? Да. А гараж 3 этажа? Нет. Покупая дома-гаражи, новоселы осознанно обрекают себя на правовые проблемы. Прописаться в гаражах невозможно, да и земельный участок не соответствует целевому назначению. Обезопасить себя от приобретения самовольных строений можно. Необходимо ознакомиться с перечнем выданных разрешений на строительство на официальном сайте администрации. Если дома в нем нет, значит, он незаконный. На сайте также опубликован черный список самостроев.